Черный Porsche Cayenne скорости в 100 км в час протаранил сразу 4 автомобиля. В шикарном внедорожнике сработали и подушки безопасности, и надувные шторки, поэтому шофер практически не пострадал. Вот он выходит из машины и не спеша покидает место ДТП. Как выяснилось позже, иномарку этот молодой человек угнал за несколько часов до аварии.